Доброе утро. Я когда-то вам уже, наверное, рассказывала, что никогда не откладывайте дела на самый последний момент. Мы тут вспомнили с Юлей, что когда я купила у Юли машину, мы забыли, совсем забыли переоформить страховку. И вот мы сегодня ходили переоформлять страховку, все в порядке, нас даже не поругали, нам просто переоформили полис. И сейчас, да, кстати, голос у меня уже появился. Вчера вообще не было голоса, я хотела вчера провести эфир, но было тяжело разговаривать. И мы нашли у нас в околице неплохое кафе с шикарными ценами. Завтрак в виде круассана с лососем стоит всего 22 злотых. Как это выглядит? Очень вкусно. И кофе стоит всего 12 злотых. Таких цен я не видела уже давно. Как бы везде цены, конечно, повыше. Мы сегодня в Уженде и уже даже поменяли Витальке в Песеле все данные на украинский. На днях делаем умову и подаемся на карту. Так что, возможно, все не так страшно, как казалось. Да, слушай, кстати, сделать изменения в Песеле оказалось не так сложно, причем мы даже заранее не записывались. Мы пришли, взяли талончик, взяли и все, очень быстро. Взяли талончик и буквально минут 5-10 минут подождали. И сразу попали, в принципе, людей не так много. Хотя через интернет, если смотреть, то терминов как нету. Не на сегодня и практически уже на завтра нету. Странно. Еще сегодня, кстати, мы, скорее всего, поедем подавать документы Роману на украинский загранпаспорт. Поэтому, наверное, все покажем и расскажем, как это делается. Где это, как это выглядит и вообще, как это делается. Да, потому что нас спрашивали. Потому что, когда я это делал, я хотел поснимать, но с моей камерой на моем телефоне это было бы... А я сегодня выходная. Да, было бы мучение, а не видео. Кстати, мельдунок и дальше стоит 17 злотых. Я помню, когда-то делала. Хотела сегодня сделать Витальке мельдунок, но не сделала, потому что вспомнила, что в умове на ему мешкане у него еще стоят старые данные. Так что мне сейчас нужно будет обратиться к властителю и поменять данные на украинский. Кстати, это именно тот самый Ужанд, в котором я потеряла детские документы 3 года назад. Мы забрали Романа из школы. Вот он поехал кататься. А папа у нас стоит в очереди. Потому что, оказывается, у нас на карточке нет денег. Все наличкой. А нам придется сейчас платить за паспорт. Кстати, заметила, я думала, что у меня ребенок плохо катается на роликах, оказывается, очень даже неплохо. Видимо, ровировый май пошел на пользу. Так, ну что, мы уже на месте, получили вот такой вот талончик. Через там пару минут уже... 3 минутки. Да, уже пойдем оформляться, все подавать. Сколько окошек? Слушай, ну нормально много, около 12. 12, да. Угу. Я не уверен точно, но около 12. 12. Ну вот и все, мы стали... Блин, не подходит. Хотел сказать богаче, но не богаче. В общем, минус 620 злотых.
Да, и потому что ровно столько стоит оформление заграничного паспорта ребенку. И через 3 месяца Роман будет с заграничным паспортом. Ну, может, раньше. Было сказано до 3 месяцев. Поэтому теперь вы знаете, сколько и на ребенка стоит тоже заграничный паспорт. Он, кстати, выдается на 4 года до 16 лет. Ну, нам выдали на 4, потому что Роману до 16 лет выдается на 4 года, после 16 лет выдается уже на 10 лет. Да, не, ну если бы, например, Тимуру, он тоже ему бы выдали до 16. Любому ребенку до 16 лет, да, выдается на 4 года. Итак, ну, как сюда дойти? Вы наверняка видели уже 100% кучу видео, а если не видели, то пишите нам, и мы вам за сотку, ладно, договоримся, мы вам сбросим видео, как сюда дойти. Ну, да. Вот так вот выглядит вход. И буквально практически сразу там еще один поворот. Стоит девушка, они уже просто закрылись, поэтому мы вам уже это не показываем. Стоит девушка, которая... Рецепционистка. Да, спрашивает, по какому вопросу, и выдает вам талончики. Поэтому... Очереди практически нет. Ну, да, может быть... потому что это будний день, может быть, еще почему-то, но мы были первые практически в очереди. Да. Так что, все, мы почти все сделали документы, теперь осталось только мои. А, кстати, я забыла сказать, а вы знаете, какой срок, в общем, не так. За что дается? Сразу давай играем в шарады, за что дается? Нет, я сегодня... оформила, зарегистрировала свою подругу на выдачу, на подачу документов на карту побыта. Так вот, сейчас май 11, у нее термин август 24, практически 4 месяца. Так что... То есть, видите, если вы сейчас на сегодняшний день подаете заявление на подачу на карту побыта, то да, у вас примут только аж в конце только августа. Только в августе. И так что проверьте. У нас некоторые друзья проверили, и уже один человек по термине, да, у него карта до 23-го, а прием 25-го. Но, скорее всего, будут подаваться через почту. Поэтому будьте бдительны, внимательны и следите за нами. Все, а мы домой. Роман довольный, ест Макдональдс. Вредную еду. Ужас. Да? Че ты уже схомячил? Биг Мак? Да? Все, пойдем. А пьешь что? Кока-колу? Нет. Что-то у тебя там не Кока-кола, по-моему, была. Фанта. Не, ну еще сейчас. Что-то у тебя там не Кока-кола была. Что у тебя там было? Спрайт у тебя там был. Фанта. Спрайт, беленький. Ну ладно. Наташ, все. Ну мы тоже по такому поводу поехали домой. Нальем себе по стаканчику колы с капелькой виски. Ничего, что мы с понедельника не пьем. Кто? Все. А вы все это кто? Мне просто интересно, какая вот это ваша компания. Все не пьют, а ты тоже. Я? Да. А кто? Все, больше ничего не буду спрашивать. Кто так решил, ну ладно. Все, ладно, это уже пошел 18+. Все, давайте, всем пока. Клинику, да?